Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу возможности дистанционной связи между людьми, в феврале 2005 года профессор Вячеслав Звонников с группой своих коллег проводит эксперимент. Два человека находятся друг от друга в 15 тысячах километрах. Один в Москве, другой на севере Южной Америки, близ города Санта-Елена. Перед нами виртуальный мозг участников эксперимента. За 15 минут до его начала видимых взаимосвязей нет. Фиксируются малейшие изменения позы, пульс, частота дыхания. Записываются кардиограмма и энцефалограмма. Неожиданно на приборах появились явные изменения. Два разделенных огромным расстоянием человека каким-то образом настроились на одну волну. Приборы зафиксировали синхронизацию отдельных участков мозга, дыхания, пульса. Каким образом это объяснить? Ну, пока каких-либо ответов на этот вопрос у нас нет. Есть гипотеза, что в этом участвует жидкость организма. Скорее всего, и есть у нас достаточно много подтверждений, жидкость в организме, она выполняет и функцию как бы информационной передачи. Мы воздействовали на воду сверхслабыми импульсными магнитными полями. Это поля, которые в десятки тысяч раз слабее естественного магнитного поля Земли. То есть они ничтожно малы с точки зрения современной науки. В воду, обработанную таким образом, поместили рыб, у которых вскоре появился необычный выводок мальков, похожих друг на друга словно близнецы, но кардинально отличающихся от других своих сородичей. Появляются серые полоски на брюшке у всех самцов сразу. Появляются цветовые пятна, чего раньше никогда не наблюдалось. Это называется фенотипические изменения. И принципиально важно, что эти изменения появляются не у некоторых представителей обработанных рыб, а у всех сразу. В результате эксперимента изменился не только внешний облик рыб, но и их поведение. Они стали одинаково реагировать на внешние раздражители. Так, словно у всей стаи появился коллективный разум. Настолько серьезная область проблем, совершенно не изученных, так сказать, стала подниматься. Ну, поэтому решили, что вот достаточно фиксации самого факта возможности изменять поведение и форму животных, используя только воду, сам по себе этот факт имеет серьезное значение. Если вода влияет так сильно, значит, до полного изучения ее нельзя выпускать на людей.